Да. Равиль Фахразеевич? Да. Здравствуйте. Звонок из банка «Русский стандарт». Меня зовут Галина Николаевна. По поводу кредитной карты «Классик Мастеркард». В чем причина неоплаты? Денег нет. Как давно денег у вас нет? Вчера закончились. А почему тогда вчера оплату не произвели? Либо позавчера? Я не в состоянии был. Пьяный. Пьяный были? Да, когда очнулся, денег нет. Все понятно. А на той неделе что с вами случилось в таком случае? Почему на той неделе не оплатили? То же самое было. Месяц запоя. И вообще, когда намерены оплату произвести? Как намерены вопрос с банком-то решать? Вы сейчас на просрочке находитесь, я думаю, вы в курсе? Когда из запоя выйду. Когда из запоя выйдете? Да. А что, в договоре так и написано, оплачивать только после того, как из запоя выходите? Не знаю, не читал. Не читали? Угу. А как тогда оформляли, с какой целью? Чтоб в запой уйти. А что, так можно было, что ли?